Здравствуйте, дорогие мои, как ваше настроение? Я возилась по другим делам, у меня тесто, вот она у меня уже бежит. Посмотрим, какое состояние. Достала из холодильника с утра. Видите, какое состояние? Смотрите, дорогие мои, вот немножко прозевала, но я думаю, исправлю. Потому что супчик готовили и другими мыслями заняты были, а она у нас прошла немножко время. Но пузырьки, смотрите, как они мне, как они красиво. Ну, мы сейчас разложим по всему. Ой, как красиво. И не будем сильно трогать им. Вот такой желток, одну штуку. И буду потихоньку размазывать. Вот дырочка сама собой получается. Ты поняла, да, Свет? Угу. Вот такой хлебушка попробуем. Я хлеб хотела шикарный. Ну, может быть, получится, может и нет. Посмотрим. Я не знаю, как люди думают, но я думаю, не будет то, что я хочу. А Света говорит, будет то, что ты хочешь. Посмотрим. Такое мы еще не делали. Ну да, это такое жидкое, я еще не делала. Пробовать это не стыдно. Пока я не пробую, пока не добываю, рецепт не говорю. А вот это сделаем сейчас для пиццы. Смотрим. Отходит самостоятельно. Угу. Без моей помощи. Мой младший внук любит веном посмотреть. Смотрите, это точно такой, только белый. А сейчас сделаем тесто для пиццы. Три штуки или сколько сделаем? Я знаю, сейчас мама принесет. И бабушка тебе сделает. Родное. Бабушка все тебе. Вот, смотри, сколько теста бабушка делала. Ты понял? Это все для тебя. Самый первый классный внук дома. У них каникулы. Каждую минуту отправляет. Бабулю, я такой хочу. Бабуля, я такой хочу. Делает свои заказы бабушке. Как будто бабушка магазин, а он делает заказы. Или какая-то пекарня. Ну, ничего, стараемся, будем делать все то, что дети хотят. Смотрите, какое у нас тесто. Та-да-да-дам! Да, классно. Ничего. Вот наша хлебушка тоненький, который я хотела. Смотрите, какая она хрустящая. Слышно, Свет? Дорогие мои, первый хлеб у меня вышло. Легкая-легкая, она горячая пока. Вот, пожалуйста. Я хочу, чтобы она была воздушной и легкой. Я не хотела толстой матнокаши. Ну, я же матнокаша у меня есть. Я хотела, вот посмотрите, какая. Через полчаса она немножко остынет. Я вам покажу, какая красота у меня получилась. Вот такая тоненькая, легкая. Хрусть уже прошла, но есть. Смотрите. Я не люблю сильно с тестом. Вот такой тоненький захотела. И ничего получилось. Попробуем резать этот хлебушка. Боже мой, какая классная. Как там? Вот, посмотрите, я такой же хотела. Чуть-чуть было мое вина, рано доставала из холодильника. Просто надо достать и сразу в печку. А я чуть-чуть прозевала, потому что супчик готовила. Но на самом деле все так, то, что я хотела. Не сильно толстые очки, глазки шикарные. Горячие мои дети. Будет слушать сейчас и читайте. 10 лет жизнь добавляется. Вот смотрите, какая шикарная. Лучше домашнего ничего нету. Где бы я ни была, куда бы я ни ходила. Лучше домашнего. Вот, пожалуйста. Вот. Что еще нужно? Для хорошего жизни. Готовьтесь с любовью, и у всех получится. Вкусный хлебушек у бабули. Домашний? Кто лучше всех на свете готовит? Бабуля. Джон. Вкусный суп. Теперь вот такая у нас полный сбор еды дома.
Доброй ночи, дорогие мои. Как ваше настроение? У меня настроение шикарно. 12 часов ночи, решила делать тесто, чтобы завтра у нас был домашний вкусный хлеб. Что для этого мне нужно? 2 килограмма муки я уже просеяла. Правильно? Смотрите, чуток масла, соль, рыхлитель и дрожь. Все! Сейчас я буду делать и холодный, и средний, из крана воду. Все напишу, все покажу. Жидкие ингредиенты, или как это слово? Ингредиенты. Жидкие ингредиенты. И все буду мешать вот сюда, чтобы вам было все ясно и понятно. А это что у тебя? Дрожь, разрыхлитель и масло. Смотрите. Я сделала все в одну кучу. Посмотрите, какая красота у меня получилась. Видите? За 5 минут сейчас тетя Руся сделает. Вот. Я добавлю 2 литра водички. И сейчас буду мешать. И это тесто я оставлю потом в холодильнике. Она будет очень красиво подойти до утра. Мне утром встану свежий, чистенький, бодренький. Тесто уже есть, начну работать. Я чуть-чуть еще набираю водички. И вот делать немножко жидкое тесто. Воду мерю специально для вас. Ну, у меня 2 килограмма муки. Сколько водички этот берет? Вода. Я вот столько и добавляю. Руки у меня даже не перекасалось. Смотрите. Тесто делаем чуть-чуть вот такого состояния. Сейчас вот будем посолить. Соль сразу не сыпите, не забивайте. Вот так. И оставляем. И начинаем работать. Вот шарики поднимаются. Нам нужно спать уже. Замешиваем 2 раз тесто. Смотрите, какой становится. Вы видите? Вот такой. Вот такой. Вот. 3-й раз еще и буду делать. И поставим в холодильник. Поднимется уже в холодильнике. Через 10 минут мы будем опять мешать. А теперь 3-й раз мы сделаем на сегодняшний день. Видите, как? Раз. Смотрите. Потом с этой стороны даем слой. Почему вот так делаем? Чтобы слоеное было. Смотрите. Потом с этой стороны берем сюда. Потом с этой стороны берем сюда. Видите, как классно. Поделю на 2 части. Вот так, смотрите. Угу. И вот это тесто. Вот, смотрите. Поставлю вот сюда. Добавляйте. Вот так. И 2-й еще. Угу. Все. Отрывается. И вот так. И вот так. Видите, какая жидкая и как у нас получается. Шикарно. Пожалуйста, дорогие мои. Сейчас оденем пакетик и в холодильник. Завтра утром будем печь хлеб. Мы берем вот такой пакетик. Смотрите. Просто одеваю, как ребенку. Вот, пожалуйста. Закрываем. И в холодильник. Все. Не проветривается ничего. 2-й. Ага. Одеваем как ребенку. Даже можно вот так. О, так еще лучше. Вот так. Все, дорогие мои, хочу вам сказать спокойной ночи до утра.